А у студентов Индустриального университета есть возможность поучаствовать в реализации уникальных проектов «Лукойла». Об этом во время официального визита в Тюмень сообщил президент холдинга Вагит Аликперов. Сейчас начинается освоение восточного Таймыра. В следующем году там планируют забурить первую скважину. Но основную ставку нефтяники делают на дальнее зарубежье. Специалисты нужны в Мексике, Иране, Ираке и Норвегии. Компания имеет право быть оператором самых сложных проектов, связанных с шельфом Норвегии. Вы прекрасно представляете, какие там требования и к экологии, и технологические. Наша компания аккредитована. Сегодня у нас почти 2500 человек работают за пределами России. Это все в основном молодежь. Программа совместной подготовки кадров «Лукойлом» и «Тюменским вузом» уже разработана.